Депутат Народного собрания Стамур Гирхели и начальник управы номер 5 Эдуард Хашба обсуждают благоустройство Центрального парка в новом районе. В 2023 году при формировании бюджета парламент заложил на эти цели 3 миллиона рублей. В планах завершить все работы к 30 сентября. Что касается парковой зоны, на которую обратил внимание Стамур Баталович, парк, он, по сути, является единственным местом отдыха жителей нового района. И, я думаю, вполне правильное, заслуженное, взвешенное решение, чтобы эти средства были направлены на благоустройство парка. Хейт Клана, начальник управы Анса Ан Эдуард Зурабович Хашба, Ара Хаблачица Аникун Хосразайт, Срыцалит, Ябах Гареха, Ябах Хуябахар Хори, Бриха Калакян Хаблачица Ан. В парке планируется озеленение, укладка тротуарной плитки, освещение и многое другое. Также при поддержке правительства в новом районе пройдут работы по ремонту подвалов многоэтажных домов. Сейчас специалисты занимаются составлением проектно-сметной документации. Александр Золотинский из подвал Тара Хумзахла, Йоб, Убриги Хмилон, Кхани Шит, Убриги Табуби Дудзин, Хаяс Варстахуб, Яра Коллега Шит, Табуби Дудзин, Харас Варстахуб, Пяс Адгла Раха Арцаз. Ремонтные работы в подвалах многоэтажных домов начнутся после составления специалистами проектно-сметной документации. Гугуса Вардания, Адица Сагария, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.